Владимир Клокольцев принял участие в первом заседании Общественного совета при МВД России нового созыва. Министр вручил удостоверение известным правозащитникам, представителям общественных объединений и конфессий, журналистам и деятелям искусства, которые вошли в его состав. Уровень доверия граждан во многом зависит от личного опыта общения с сотрудниками органов внутренних дел. Как правило, люди приходят к нам, когда им требуется помощь, и добиться уважения можно только при условии внимательного отношения к проблемам каждого человека. Необходима дальнейшая системная и качественная работа по защите гарантированных государством прав и свобод, противодействия преступности, профилактике правонарушений. Председателем Общественного совета при МВД России до 2023 года избран Анатолий Кучерена. Я сделаю все возможное, чтобы также продолжать работать и делать все возможное, чтобы те проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, те проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, чтобы эти проблемы мы могли вместе разрешать. Каждого из представителей Общественного совета отличает активная гражданская позиция. Очень большая работа предстоит в том смысле вообще рассказать о человеке, который тратит свою жизнь, в прямом смысле этого слова, рискует своей жизнью на то, чтобы у нас дома, в нашей стране было тихо и спокойно. На заседании глава МВД России сделал акцент на важности поддержания обратной связи с обществом. Такой открытый диалог способствует поиску оптимальных путей решения многих вопросов, связанных с деятельностью министерства. Подобную практику нужно продолжать, активно внедрять наиболее перспективные формы работы. Министр выразил уверенность в том, что совместная работа будет построена на принципах открытости, доверия и взаимоуважения.